Масштабная операция проходит в Охотском море у Северных Курил, где пропали два рыболовецких судна с российскими моряками. Как сообщается, это транспортный рефрижератор «Норд» под флагом Сьерра-Леоне и шхуна «Вирт» порт приписки «Тога». На борту одного из них предположительно находились 16 человек. Сколько было людей на втором, а также личности членов экипажа, кто судовладельцы, неизвестно. Не было и сигнала СОС. МЧС, а также пограничники ориентируются только на координаты, полученные от аварийных маяков. Они сработали накануне. И после этого были начаты поиски. Район уже обследовали с воздуха. Обнаружено несколько гидрокостюмов, фрагменты палубы. На данный момент работы приостановлены из-за сильного шторма. Как только позволит погода, на авиаразведку вновь отправится самолет Ан-74. В задачу данного воздушного судна входит осмотр акватории по запросу Петропавловск-Камчатского морского координационного спасательного подцентра в районе срабатывания аварийных буев. Также в районе поиска находится теплоход Василий Полищук, который является капитаном-координатором проведения поисковых работ.